В преддверии новогодних праздников сотрудники рязанской полиции проводят рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и профилактику уличной преступности, квартирных краж и других криминальных проявлений, чтобы праздничные дни для рязанцев прошли как можно более спокойно и безопасно. Также полицейские продолжают проводить внеплановые профилактические рейды по ранее судимым гражданам. В этот раз взор закона пал на нехорошие квартиры в Октябрьском районе. Саша, ты работаешь сейчас день, нет? Да. А где работаешь? Грузчиком. Ну где? В магазине. В каком? В Дикси. А что сегодня не на работу? Отпросился. Узнаем их быт, чем занимаются, чем живут, имеются ли краденые вещи в квартирах. Ну и на полезная информация, необходимая для раскрытия ранее совершенных преступлений.